Добрый день, дорогие друзья! С вами Женя Волков. Сегодня мы поговорим о ПВА материалах. Каждый рыбак задумался, как бы улучшить эффективность рыбалки. В этом как раз нам помогут ПВА материалы. Давайте рассмотрим, какие ПВА материалы у нас есть. Это ПВА сетка. Я рассказывал в одном из своих уже видео. ПВА пена, ПВА нить, ПВА лента и всевозможные ПВА пакеты. Что же такое ПВА? ПВА — это такой материал, который очень быстро растворяется в воде, не оставляя никаких примесей, никаких запахов. ПВА-материал ничем не отпугивает рыбу, только улучшает эффективность ловли. Давайте начнем разбирать каждый материал по отдельности. Начнем. Поговорим про ПВА-пенку. ПВА-пена фирмы Сисимур. В упаковке идет 150 штук. Я разрезаю ее на две части. То есть вот одной половинки мне вполне достаточно. К этому мы еще вернемся. Далее, следующий материал. Бюджетная обычная китайская ПВА-лента. Возьмем вот такой поводок с искусственной кукурузой. Далее нам понадобится 3 пелица, берем ПВА ленту, делаем обычный одинарный узел, вот такое расстояние. Лишнее отрезаем. Здесь берем бойловую иглу, протыкаем 3 пелица, и надеваем на ПВА ленту. Вот такая система у нас получилась. Здесь узел не дает упасть пелицу, держится надежно. Далее берем наш поводок. Здесь у нас пелец искусственной кукурузой, насадка. Надеваем, то есть прокалываем здесь нашу ПВА ленту. Вот так вот получается. Здесь мы берем, чтобы ничего не перепуталось, не перехлестнулось, здесь мы одеваем нашу ПВА пенку. Вот так вот получается. К этому мы еще вернемся. Следующий наш материал — растворимая ПВА нить. Отрезаем также. Очень прочно, пока не растворилась. Также делаем одинарный узел,
Здесь мы берем поводок. Насадка у нас тоночи бойл с половинкой искусственного бойла. Берем три бойла. Разрезаем пополам. Надеваем все это на иглу. Теперь, где мы сделали одинарный узел, зацепляем за вот это, за наш, за колечко, и аккуратненько продеваем все на нашу ПВА нить. Все, наши бойлы на ПВА нити. Здесь мы продеваем вот этот конец ПВА нити, надеваем в колечко нашего одинарного узла. Все это затягиваем. Вот у нас получилось бойло на ПВА нити. Берем наш поводок, продеваем ПВА нить вот так вот через крючок. Здесь посильнее натягиваем. Здесь вот так оставляем палец. И здесь делаем 3, 4, 5 раз прокручиваем ПВА нить. И продеваем ее вот в эту петельку. Аккуратно затягиваем. Давай. Вот так у нас получилась такая конструкция. А теперь опусти. Получилась вот такая конструкция. Здесь мы надеваем наш ПВА. Наш ПВА пен. Вот так вот. К этому мы тоже еще вернемся. Далее следующий наш материал — ПВА пакеты. Вот всевозможные пакеты есть уже с дырочками и с ПВА нитью, которую надо только затянуть. Есть обычная. Вот такой ПВА пакет без дырок. Сейчас я вам расскажу, как правильно положить туда насадку, как его запаять. Приступим. Для этого нам понадобится карповая прикормка и измельченный красно-черный перец. В этот пакет мы будем, вот так у нас будет поводок вместе с грузом.
Вот мы поместили. Так, расправляем его по краю. Вот, посмотрите. Мы поместили наш поводок. Сюда мы засыпаем мелкую фракцию. Достаточно. Дальше мы засыпаем измельченный красно-черный перец. Так, ну много слишком не будем засыпать. Дальше нам надо это все запаять. Закручиваем. Здесь мы можем или смочить, или использовать нашу ПВА-нить. Смачиваем ПВА-материал. Для большей эффективности можем перемотать ПВА нитью. Вот, посмотрите, такой надежный для заброса ПВА-пакет получился. Много я прикорма не добавлял, чтобы он не был слишком тяжелый. Тоже убираем его. Так, следующий наш материал. ПВА-сетка. Я использую 37-миллиметровую. Я уже показывал в другом видео, как из нее делать ПВА-стики. Сейчас я еще раз насажу на поводок. Нам понадобится длинная игла. Прокалываем наш ПВА-стик. Продеваем колечко поводка. И проводим через ПВА-стик. Вот такая. Такая система у нас получилась. Давайте это все сейчас проверим в аквариуме. Перед тем, как мы это все опустим в воду, я обрабатываю все приманки ПВА в дипе. Вот наш ПВА-стик. Все замачиваем
все насадки. Все замачиваем в дипе. Все, приступим. Сейчас мы это все опустим в воду. Давай. Начнем ПВА пакет. Вот он упал на дно. Начинает понемножку растворяться. Растворяется вот наша. Вот наш перец с половинкой искусственного бойла в прикормочном пятне. Далее забрасываем наш перец. Пенка дает нейтральную плавучесть. Отделяется, и по ней можно будет увидеть, где упала наша насадка. Вот, обратите внимание, перец с искусственной кукурузой, и рядом все это рядом еще три перца. И далее опускаем нашу ПВА-конфету. Вот она начинает растворяться. Все, ПВА сетка растворяется. Вот смотрите наши насадки. Красиво лежат в прикормке. На сегодня все. Всем, кому понравилось, подписывайтесь и ставьте лайки. Ни хвоста, ни чешуи. Всем пока!